Короткое замыкание могло стать причиной автопожара в столице. По крайней мере, такова предварительная версия происшествия. Сообщение на горячую линию 101 поступило около 2 часов ночи. Загорелся автомобиль Volkswagen. Машина была припаркована у дома номер 24 на улице Кульман. Когда спасатели приехали на место, выяснилось, что пламя вспыхнуло в моторном отсеке легковушки. В итоге огнем поврежден моторный отсек и часть салона машины.